Всем привет! Сегодня поговорим о том, как бабушкин-младший подставлял своих так называемых братьев, как они друг друга называют, тех же сотрудников отдела Т, отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Это кадры из видео от 13 марта 2019 года, когда взломали дверь в мою квартиру. Тут мы видим мужчину молодого, возможно, это сотрудник отдела Т. Похож, по крайней мере, на него. Похожего мужчину я видел в отделе Т. Некая девушка, тоже молодая. Вот она спереди. Вот это сотрудник отдела Т. Я увидел в Следственном комитете в отделе Т. И сам бабушкин младший. Коротко цепь событий выглядит так. 13 марта 2019 года в 3 часа ночи я разместил пост и видео о том, как я подаю иск на ОМВД по городу Сургут с требованием вернуть мои вещи, которые были изъяты ранее 25 сентября 2018 года. Примерно в 11 часов мне позвонили, сказали, что дверь в мою квартиру взламывают. В 12:10 было заснято видео, на котором отчетливо видно, что все сотрудники отдела Т, еще какие-то люди и сотрудники ОМОН свободно передвигаются по моей квартире. То есть дверь была уже вынесена. Позже мы узнали, что так называемые представители общественности, которые якобы выступали поднятыми при вскрытии квартиры, Карепов и Скляров, дали показания о том, что они в 12:30 проходили мимо квартиры, которая еще якобы была закрыта. И в 13:20 зарегистрировано сообщение о преступлении в отделе полиции о том, что из моей квартиры издается трупный запах и кричит неадекватный мужчина. А самое главное, что постановление на это все выдал судья Шерстобитов еще 12 февраля, то есть за месяц до обнаружения трупного запаха. Именно это постановление легло в основу всех этих мероприятий, так называемых оперативно-розыскных, которые не относятся к жилым помещениям. Они зашли именно в жилую квартиру. В 13:20 уже никого не было в квартире. Я думаю, они это заявление, этот звонок сделали в отдел полиции и откуда-то снаружи, из машины, возможно. Это легко проверить спецслужбам. 29 октября мы написали вот такое заявление о совершенном преступлении в порядке УПК 141. О том, что 13 марта 2019 года в 13:20 в отделе полиции номер 3 зарегистрировано КУСП номер 4827, телефонное сообщение следующего содержания. По адресу город Сургут, проспект Комсомольский, 2116, трупный запах и неадекватный мужчина. Звонок в дежурную часть полиции был произведен с телефонного номера такой-то. Сообщение поступило от Кареповой, такого-то года рождения, нигде не работающий, проживающий в городе Сургут по улице такой-то. Судя по адресу, они оба понятых живут на другом конце города. Сотрудникам полиции Карепова сообщила, что 13 марта около 12:30 вместе со своим другом Скляровым шла от своих знакомых, проживающих в первом подъезде дом 21 по проспекту Комсомольский. Номер квартиры не помнит. Проходя по лестничному пролету в районе 4 этажа, почувствовала трупный запах возле квартиры номер 16 и неадекватный крик мужчины, как ей показалось, из этой же квартиры. Напомню, там никого не было. С 26 февраля я отсутствовал в городе. О данном факте сообщила сотрудникам полиции, которые попросили ее остаться и дождаться их приезда. По приезду сотрудников полиции они начали проводить мероприятия по проникновению в квартиру номер 16 с целью проверки возможного нахождения трупа в указанной квартире. Аналогичные показания сотрудникам полиции дал Скляров. Ну, это второй понятой, скорее всего. Нигде не работающий, проживающий на другом конце города. Данное объяснение с указанных лиц отработал оперуполномоченный сержант полиции Запорожцев, младший сержант. При этом Запорожцев не выяснил, у кого конкретно из своих знакомых в первом подъезде дома 21 по проспекту Комсомольский города Сургут находились 13 марта Карепова и Скляров. Данные знакомые не опрашивались. Запорожцев НС не стал выяснять у Кареповой, каким чудесным образом она определила, что трупный запах идет именно из квартиры номер 16. Так как свободного доступа к данной квартире со стороны лестничного пролета не имеется. Стоит металлическая дверь в тамбур, где находятся квартиры номер 15 и 16. Запорожцев не стал опрашивать по трупному запаху из квартиры 16 соседку из квартиры номер 15, которая проживает рядом и никакого трупного запаха из квартиры номер 16 не почувствовала. Неопрошенные соседи на лестничной площадке на предмет данного трупного запаха. Запорожцев не выяснил у Карепова и Склярова, чем они занимались с 12:30 до 1:20, когда поступило сообщение о трупном запахе, в первом подъезде дом 21 по проспекту Комсомольский около 50 минут.
после того, как почувствовали трупный запах возле квартиры номер 16 и неадекватный крик мужчины. Из указанных выше фактов следует, что Карепова решилась сообщить о трупном запахе из квартиры номер 16 лишь спустя 50 минут после его обнаружения. Вместе с тем, 13 марта около 11 часов соседка из квартиры номер 15 позвонила заявителю и сказала, что дверь в ее квартиру ломает неизвестный в черной форме, в черных масках и с надписью на спине «ОМОН». В итоге 13 марта 2019 года ни трупа, ни трупного запаха, ни неадекватного мужчины в квартире заявителя обнаружено не было. Это могут подтвердить Татьяна Белянина, Валентина Владыка и другие очевидцы преступлений сотрудников полиции и штатных понятых. Позже, 23 октября 2019 года, заявителю стало известно, что в постановлении номер 92 от 12 февраля 2019 года, на основании которого была взломана и уничтожена дверь в жилище заявителя, расписались все те же лжесвидетели Карепова и Скляров. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции вместе с сотрудниками ОМОН никакого трупного запаха не учуяли, но продолжая свои преступные действия, направленные на дискредитацию заявителя, на уничтожение его личного имущества, используя средства, провели уничтожение двери в жилище заявителя, после чего, проведя незаконный обыск в квартире, вновь похитив его личные вещи, а также вещи знакомых заявителя, покинули место происшествия, не обеспечив охрану имущества заявителя, оставив квартиру со взломанной дверью. До сих пор дверь в мою квартиру стоит в сторонке и не опечатана. На момент регистрации сообщения от Кареповой в КУСП под номером 4827 13 марта в 13:20 Карепова и Скляров уже свободно передвигались по квартире заявителя, дверь в которой была уничтожена в 11:00 вместе с Бабушкиным Антоном Владимировичем и Запорожцевым НС и сотрудниками ОМОН. Данный факт подтверждает видео, которое было прислано на почтовый ящик заявителя 13 марта в 12:33 от его знакомого, который сделал данную видеозапись в 12:19, проходя мимо квартиры заявителя. Данное видео тут же было опубликовано в сети интернет, доступно в свободном доступе по ссылке. Тем самым Карепова и Скляров умышленно сообщили в дежурную часть отдела полиции заведомо ложные сведения о наличии трупного запаха из квартиры заявителя с целью создать искусственные доказательства, чтобы оправдать незаконные действия сотрудников полиции и ОМОН. В действиях штатных понятых Карепова и Склярова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные частью 3 статьи 306 Уголовного кодекса, заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения. Дальше в действиях Запорожского усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные частью 4 статьи 303, фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности. Лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления, либо в целях причинения вреда чести, достоинству, деловой репутации. То есть приехала опергруппа, взломали дверь. Еще раз смотрим. 3 часа ночи размещен пост с иском к УМВД. На тот момент он находился в отпуске, а главным был по городу в Рио начальника Бабушкин Владимир Анатольевич, родной отец Бабушкин. В 11:30 они взламывают дверь, в 12:10 заснято на видео, как они свободно гуляют по квартире, а потом они мимо проходят квартиры и чуют трупный запах, а потом сообщают о преступлении. То есть у них либо машина времени есть, и они, ну, как-то, я не знаю, в случайном порядке путешествуют. То есть приехала опергруппа в составе Бабушкина и Запорожского. У Бабушкина звание майор полиции, у Запорожского младший сержант полиции. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На 10 ступенек разница в звании. Однако в постановлении расписываются Карепова и Скляров и Запорожцев, младший сержант, не старший по званию майор Бабушкин Антон Владимирович, а его напарник, который на 10 званий младше его. Более того, отсюда видно вот из этого постановления 12 декабря, что именно Бабушкин Владимир Анатольевич по сути приказал Бабушкину майору вскрыть квартиру, чтобы как-то скрыть следы преступления, ну, то, я не знаю, двойного, тройного, четверного. Тут можно потеряться просто. Потому что, получается, родной отец приказал родному сыну совершить преступление. Это постановление не имеет юридической силы для проникновения в жилое помещение. Однако Бабушкин Запорожцев именно на основе его и зашли в квартиру. К
Кстати, дата прописана вручную. Шариковой ручкой синий. Судья все тот же, Шерстобитов ОВ. Вот так бабушкин старший приказал родному сыну, бабушкину младшему майору, проникнуть, уничтожить дверь в мою квартиру, то есть совершить должностное преступление. Но при этом они подставляют кого? Запорожского. А вот старое постановление 24 сентября, когда они первый раз проникли в мою квартиру. Тогда был главный Ерохов, а расписался тогда Бабушкин Антон Владимирович. И двое непонятных понятых, хотя мы их фамилии знаем, они работают в ЖУ-2. Это управляющая компания, которая неоднократно мне угрожала отключить электричество. То есть, по сути, это заинтересованные лица. Буквально вчера мне стало известно, что на Авито кто-то разместил объявление о продаже iPhone 7 128 гигабайт за 18 рублей. Фото сделано еще 11 сентября, разместили уже сейчас. То есть, как минимум с 11 сентября мой логин и пароль находились в чужих руках. Продам iPhone, покупали в 2016 году, царапин нет, гарантия стекла, использовался защитным стеклом, все детали в рабочем состоянии, без сколов и дефектов. Написано очень грамотно, то есть русским языком человек владеет очень хорошо. Имя у него Азиз, вот так был изменен мой профиль. То есть вставлена картинка, я ее специально закрыл, я не знаю, что она означает. Возможно, что-то с религией связано. Вот поменяли имя на Азиз и город выставили Грозный. То есть выходят мои данные, все мои логины и пароли были слиты в это и используются в Грозном на данный момент. Теперь можно смело предполагать, где находятся все предметы, которые нам не вернули. А это несколько сотовых, несколько видеокамер. И остальные вещи. Возможно, они сейчас находятся в Грозном. Получается так, если бы я находился дома в тот момент вскрытия квартиры, то нашли бы мой труп, либо неадекватного мужчину, то есть меня же, да, сдали бы в психушку заново. А если бы не это видео, то мы бы никогда ничего не доказали. И я бы пришел и увидел бы разграбленную квартиру, и непонятно, кто что-то понаделал. И получается, что Бабушкин стал немножко осторожнее, и стал не сам себя подставлять, расписываться в протоколах и в постановлении, а начал подставлять своих коллег, так называемых братьев, как они друг друга называют. Информацию о том, что Бабушкин подставлял не только Запорожского, но и других своих коллег, подтверждают и другие источники. А вот заместитель начальника управления полиции Пахмавов Шабашов подтверждает, что Бабушкин Антон Владимирович напрямую подчиняется Бабушкину Владимиру Анатольевичу. То есть именно по его приказу это все было сделано.